Основное количество мигрантов продолжает прибывать в Беларусь из Украины. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура. В прошлом году в нашу страну работать приехало примерно 40 тысяч человек. Из них около 13,5 тысяч граждане Украины. В последние годы общее число трудовых мигрантов, прибывающих в нашу страну, увеличилось почти в 3 раза. Но при этом правоохранителям удается контролировать ситуацию, и увеличение числа иностранцев не влияет кардинальным образом на рост преступлений. Органам государственного управления, органам внутренних дел удается сохранять ситуацию под контролем. И увеличение количества въезжающих для работы иностранцев не создает серьезной напряженности в криминогенной сфере. Сегодня в Минске стартовала двухдневная встреча специалистов миграционной службы. В столице актуальные проблемы и меры противодействия нелегальному трафику обсудят коллеги из 33 стран Евросоюза и Восточного партнерства. Мероприятие проводится по инициативе Генерального директората внутренних дел Европейской комиссии при содействии МВД Беларуси, Латвии и Швеции.